Молитвенная назад. Давай, вот. Включай молитвенная. А потом опять моя будет. Сеньорита. Молитвенная. Вот это прикольно. Прям про меня. Вот эта песня про меня. У меня 2 месяца не было настроения. Сегодня у меня прет, у меня все, я вернулась. Люди, я вернулась. Честно, хочу показаться вам глупой. Я не знаю, что это даже такое. Я не знаю такого издания. Что ж ты знаешь? Ты спал с Аллой. Не, мне не интересно. Могу сказать, что такое КШМ. Могу сказать, что такое ГРМ. Но я не знаю, что такое Эсквайр. То, что я говорю, а я ему еще такая говорю, я говорю, если не будешь делать то, что я тебе говорю, я говорю, до свидос. Я не знаю, что это за журнал. Эсквайр. Я вообще к нему не отношусь никак. Я говорю, до свидос, я говорю. Эсквайр. Это что такое вообще? Объясни, что такое, я тебе скажу, как я отношусь к изданию Эсквайр. Никак не отношусь. Еще одно сообщение. Как там вас зовут? Я просто уже не вижу. Заблокирую просто навсегда. Я журналы и книги никакие не читаю. Спасибо, Люб. Тут многие не знают, что такое Эсквайр. Что такое Эсквайр? О, Машенька, привет еще раз. Ой, чита, чита, брита. Я это хавал, в себе держал, и потом как бы шел в туалет по-большому, сходил, потом это смывал. Никак не отношусь, я даже не знаю, что это такое. Эсквайр. Впервые слышу. Эсквайр? А что это за хуйня? Да, друзья, как всегда, мы рады друзьям, рады гостям и рады продолжать передавать приветы от Макса Киску. Привет всем из Москвы. Пожелания счастья, добра и радости. А на Союзе была дождь, и за рулем стоял Рим, сияло море голубое, как глаза твои. А когда на море качка, и бушует